Всем добрый день. Делаю вот такие деревянные элементы к мягким частям. Как-то раньше мы тоже делали. Вот это вот фотографии, это еще как-то раньше делали. И будем сейчас делать точно такие же. То есть я это видео, наверное, растяну где-то на три серии. Первая серия будет такая общая, ознакомительная. То есть там склейка, обрезка. Вот, а вторая и третья, там уже будет фрезеровка. Там уже некоторые моменты будут намного интереснее. Вот, там даже некоторые свои навыки покажу, некоторые свои, так сказать, маленькие секреты. Так, ну здесь, в принципе, я снял так, чтобы было здесь понятно даже и без особых разъяснений. То есть, здесь такие общеизвестные понятия идут. Так, ну, я думаю, что кому интересно, можете смотреть, потому что много раз было и замечаний, и вопросов, что покажи более детальную, более популярную, скажем, с самого начала. То есть это я показываю с самого начала, как мы это делаем, там и склейка, и фугонка, и все остальное. И дальше будет уже фрезеровка и обрезка, ну и потом уже, как обычно, покажу уже готовые лакованные. То есть, кому интересно, можете смотреть. Спасибо за внимание, всего доброго, до свидания. Так, есть у меня вот такой шаблон. Так. Это будет у нас идти сюда. То есть так, примеряем. Так будет хорошо. Так. Клей D3. Так. Вот здесь самое главное такое, хорошо его стянуть. Хорошо и правильно. Так. То есть склеилось нормально, все хорошо, то здесь проблем не возникает, потом все равно будет фуговка. То есть оставляю, пускай сохнет. Так, высохло, все хорошо, то есть эти вот перепады сейчас уберем.
Так, прикладываем. Так, отмечаем. Так, вот что у нас есть. Так, сейчас будем обрезать немножко, скажем, не по самому краешку, а миллиметра 3-4 дам вот такой запас. Согреемся.